пожалуй, пора показать, а что же видели зрители в те дни по российским каналам. Российским военным пришлось временно взять на себя функции полиции по охране порядка. Мы здесь находимся для того, чтобы поддерживать порядок, чтобы магазины не разграблялись, чтобы квартиры жителей вот не разграблялись. Охранять чужую собственность от грабителей – это весьма благородно. Я, правда, видел совсем другие кадры. Что это за вилка? А вилка откуда? Это тебе уже какая разница? Где отсюда, говорю тебе? Берите камень. Мне интересно, откуда вилка? Отходим назад. Ребята, золотая вилка откуда? До первой машины. До первой золотая машины. Вилка откуда у него? До первой машины. До первой машины. Если сперли, хочешь спрячься? До первой машины. Не сперли, а взяли под охрану. Вот берут под охрану ковры. Теперь их будут охранять прямо в бронетранспортере. Да что там ковры? Брали под охрану любую мелочь. Вот видите, что-то там раздобыл и несет охранять. Торопится, бежит. Вот берут под охрану отделение банка. Снято камерами наблюдения. Деньги, правда, к сожалению, увезли, но все равно есть что поохранять. Оргтехнику, компьютеры. Но приятнее всего было брать под охрану личный автотранспорт. Хозяин, правда, не отдает, но тот, кто собрался поохранять, он с автоматом, видите? Стрельнул, и готово. Хозяин сбежал, а машина под охраной. Теперь за нее можно не волноваться. Она в надежных руках. Охранять катера – это задача для полковников и генералов. Рядовые не справятся. Не та квалификация. Не по чину. Вообще, чтобы понять эту всеобщую российскую страсть, брать под охрану все, что плохо лежит, давайте на время покинем театр военных действий и перенесемся в Москву.